что я хочу что-то поменять в этой стране, но другой сферы, где бы я это мог сделать, кроме журналистики, я для себя не вижу. Времена такие. Одной профессии слишком мало для того, чтобы оставаться не только на плаву, но и в топе. Потому что журналистика – это интересно, это полезно, это актуально, и мне это нравится. А у меня есть своя компания «Новый закон ритейла», и для меня важно самой научиться писать хорошие статьи о рознице. Мне нравится писать. Я еще не пришла в журналистику, но надеюсь, в ближайшем времени буду работать в этой сфере. Потому что я хочу делать качественный контент и давать его людям. Ну, для меня журналистика напрямую связана с режиссурой, поэтому я пришла сюда тоже, чтобы развивать свои навыки и дальше. Я закончила факультет издательского отдела и полиграфии. Мне журналистика очень близка. Я работаю в издательстве, но я хочу работать не только редактором, я хочу писать. А в настоящую журналистику я еще не пришел. Последние 2 года я занимаюсь гражданской журналистикой. Теперь хотелось бы начать заниматься нормальной.